Настя. Настя, она у меня самая лучшая. Она просто красавица мне. Ее глаза — это как океан. В них можно утонуть. Сережка у меня очень добрый, внимательный и заботливый. Очень нежный. Не упускает ни одной малейшей детали. Познакомились мы так, банально, просто моя коллега по работе дала номер телефона своей хорошей знакомой, вот, как оказалось, это была Настя. Долго не решался позвонить, но в итоге позвонил, пообщались, понравились, планировали нашу встречу. Наша первая встреча проходила, на удивление, легко, сразу нашлась куча тем для разговоров. Мы просто обсуждали разные жизненные истории, которые с нами происходили раньше. И буквально за один вечер мы узнали друг о друге очень много. Как будто были знакомы всю жизнь. Был октябрь месяц. Момент, когда Настя была в Донецке, я был в Мариуполе. Я ехал с работы. Позвонил и сказал, что ты делаешь на выходные. Она сказала, ничего. Я говорю, у меня у отца день рождения. Предлагаю тебе поехать ко мне домой в Стаханов. И она согласилась. Очень было страшно. Коленки тряслись. Это были первые знакомства Настеньки с моими родителями. Собралась куча Сережиных друзей. И бабушки были. В общем, вся семья в сборе. Я попала в эпицентр событий. И я уже тогда понимал, что это первое знакомство, начало большой и долгой истории наших семейных отношений. А предложение сделал следующим образом. Он приехал ко мне в Донецк. И с утра повел по магазинам. Я устроил романтический ужин Настенке. Кольцо я купил заранее. Она его не нашла, слава богу. Сережа вел себя подозрительно. Сам посуду мыл, раскладывал все, помогал ужин готовить. Когда я сделал предложение, сказал Насте, выходи за меня. Ну, ребят, я очень переживал. Он так задобрил меня, что... Я не смогла ему отказать. Конечно, я ему сказала «да». Я его очень люблю. Надеюсь, он меня тоже. Этот человек стал для меня смыслом жизни. Смыслом старания, стремления по жизни. Я тоже буду делать все для нашей семьи, чтобы мы были счастливы. И наша любовь с каждым годом только крепла. Главное, мы есть друг у друга. С остальным мы справимся. Right.